Ассаламу алейкум. Здорово, народ. Сегодня мы в парке. В президентском парке, да? Парк первого президента, получается, лично. Ветрено сегодня. Прохладно. Да. И у меня что-то горло болит. А в тот раз у меня болело, сейчас Абат передал. Вот, да, эстафету. Вот там красиво, фонтаны играют. Вот так вот получается. Вот. Сейчас Абат машину закроет. Получается, здесь Казтрансгаз есть. Вот. Мы здесь не были, да, еще? Хоть сколько уже в Астане живем, но, честно сказать, даже первый раз здесь, в парке. Здесь получается парк первого президента, центральный парк. Как бы вон получается, для чего мы приехали. Здесь, оказывается, есть Абат. Абат! Пар. Вон он, есть, оказывается. Да, вот нам сказали, получается, здесь открылся новый такой пар. Пар. Ну, что с словами говорить? Сейчас покажем на видео с ним. Вон он. Получается. Фонтан пар. Получается. Такой вот. Вот такое вот поле красивое. Там получается дома. Тут получается девушка. Я свой личный манер. Женщина. Я свой личный манер. Че, вот парк снимай. Парк красивый. Вот получается парк очень красивый. Тут фонтаны, все цветные. Как там, минимализировано получается. Да. Очень красиво. Да, можете приходить сюда. Тут получается отдохнуть. Цветной фонтан. Вот вон там. А здесь с круглыми какими-то непонятными. Проходят. Бойдак. Может прийти здесь познакомиться с девушками. Вот походу отсюда. Вот такой вот пар получается. Арка. Арка пар. Где? Кольцо. Кольцо пар. Где непонятно, что. Вот такой вот. Сегодня здесь продают всякую сладость для детей. Получается. Прохладно, да? Еще так это вот. Вода попадает. Вот так вот. Брызгает вода. Вот так вот. Прикольно, прикольно, в принципе. В тот раз, получается, я хвалил тот парк. Буду сегодня хвалить этот парк. А вот в тот раз мы хвалили тот парк. Сейчас будем хвалить этот парк. Потому что здесь лучше. Лучше и людей мало, да? Нет, там же людей было много. Сейчас в этом парке что-то людей мало. Мало людей, да. Народу мало, пока. Здесь нету масса, нет, здесь нету. Нет, либо сегодня нет, либо прохладно, либо вообще на левом берегу нет. Говорят, по секрету, левый берег травят, чем правый берег. Да, говорят. Но это... А вот оно, это чушь никому. Знаете, да, какое наше государство? Красавчики. Красавчики. Вот получается очень красиво, минимализировано, такая вот, здесь и людей мало, можете отдохнуть, прийти, посидеть. Мусорки, то что приятно, когда вот ищешь, куда выбросить, а вот здесь вот деревья, и такие вот ели, елки. Вон там получается сцена есть. Кто поет, можете прийти, спеть песню. Ну. Тут
тоже пух. Повезло. Ну, не к обеду. Чтобы наглотались пухом. И аллергия потом. Получается детская площадка. Спортплощадка. А, нет, детская площадка. Можете привозить детей. Можете не опасаться. Там есть забор. Вон там. Можете, вот дети даже сами гуляют. Без родителей. Можете даже не опасаться. Да, только деревья, знаете, да? Пух. Мешает очень. Но вечером... Вечером, в принципе, незаметно. Там фонтаны. Сейчас поближе сниму еще фонтан. Там получается наш Эйфелевая башня. Ну, 88 этажей Абу-Даби Плаза. Вот такой вот рядом. Вот такое вот здание, сооружение. Здесь фонтан. И вот такие вот ухоженные деревья получаются. Все для людей получается. Получается, сниму с ракурса вот такой вот пар. Кольцо пар или как арка пар. Вот так вот. Видно или нет? Там еще подсвечивается лентами. Очень-очень круто. Получается, есть еще где можно присесть. Качели. Очень красиво. Здесь отдохнуть. Кто, получается, устал от городской суеты, можете прийти здесь отдохнуть. Здесь людей мало по вечерам, как заметил. Атмосфера хорошая здесь. Очень красиво. Есть и вот такой вот парк. Можете даже в обед прийти с детьми погулять, можете даже полоснуться. Ну, прикольно, прикольно, очень красиво даже. Блин, как будто вот в Европе или в Корее Южной, даже лучше думаю, потому что что? Здесь язык, а там надо учить. Стоит ли посетить? Конечно, стоит. Все необычно. Такое вот. Очень красиво получается. Стоит ли посетить Нур-Султан? Стоит, конечно. Отдохнете. Покушайте, сытно. И вот так вот сможете сесть. Вот так вот. Можете покататься. Вот так. Получается, пришли с детьми, то можете арендовать там велосипед, либо купить такие вкусняшки, мороженое. Такой вот получается. Или отдохнуть вот в таком вот скамейке. Ну, не скамейка, а кресло-качалка. Очень прикольно. Вот такой вот получается. А мы сейчас будем... Пар. Что, Алихан? Мы будем сейчас ездить на велике. Давай, иди, поинтересуйся. Вот так вот. Очень красиво. Стоит посетить сюда. Конечно, стоит.
Прикольно. Парк Первого Президента было построено в 2008 году, а находится она по улице Сарайшык, возле строительства, получается, сейчас я вот, вот так вот я смотрю. Ветер усилился. Горит или потухло. Людей мало, можно отдохнуть от город, ну, от городской суеты. Можешь там полежать, йогу коврик принести и полежать. С родителями можете. Мама, как? Нандай ма? Багдад, вот он прогулялся. Очень прикольно. Людей мало. Талихан хочет пробежаться. Давай обратно! Как? Кайф. Так, получается, арендовали велосипед на двоих. Цена 1000 тенге, 20 минут. Дорого. Да, дорого. Ну, не знаю. Сейчас прокатимся через вот такую вот парилку. 20 минут, 10 тенге получается. Или фоткается. Не будем им мешать, потому что... Мы сами видео снимаем. Так вот, разворачиваемся. И стоп. Можете ездить. Очень прикольно. Ну, кому как, но что-то 1000 тенге на 20 минут, честно сказать, не стоит. Получается 20 минут ездят. Можно и такой вот для детей. Он обод. Чё, вот как? Очень классно. Но ему, по-моему, что-то скучно. Классно, но одно место, кажется. И все, да, другое нету, да? Ну, давай, расскажи про парк. Как вообще обстановка? Парк круто. Но 3-4 колечки возле него. Все интересно здесь, да, получается? Все интересно здесь. Ну, я не знаю, я не обошел, ты же обошел. Есть что-нибудь еще интересное? Я не обходил. Я тоже, получается, вон туда обошел, но, в принципе, ничего нету. Вот, получается, он проезжает между... Ну, в принципе, тут только это интересно. Проезжаешь только это парилку, получается, и все. Вот так-то. Сел на пассажирское. А вот. Я буду бегать! А Алихан будет бегать. Вот так вот. Давай. Алихан еще, получается, нитро дал уже. Да, это... Знаете, да, слабый человек, он всегда найдет повод. Это повод. Вот так. Вот Алихан бегает с нами. Давай, газку давай.
газы чуть-чуть. И леха вармак. Уже стемнело, но уже надо возвращаться. Везде яркие цвета включаются. Да, включаются яркие цвета. Вон, газ, трансгаз. Людей мало. Да, пока никто не знает, походу, про этот парк. Потому что, по-моему, она открылась уже недавно. Только... Нет, в 2008, кажется, построено. Ну, нет, как построили... бы и молодой парк. Нет, построили-то вот построили одно. Но на эксплуатацию таких кольца не было. А там еще, получается, еще строится. Вот, видите. Открыли парк, наверное, тогда еще давно. Но сам действует парк недавно. Да. Пока вот, получается, только вон. Где парилка. Архитектура. Фонтаны разного цвета. Вон там тоже фонтаны разного цвета. С семьей, с родителями можно прийти, отдохнуть. Девушка можно. Но если парень с парнем, то это уже ненормально. Не, с братишкой можно? Не, мы с семьей. У нас здесь опознание. Родители. Вот Багдад-то жена. Нас тут охватывает. Да, путешествуйте, пишите приятный комментарий, оставляйте. Будьте с нами. Да, очень встречи. Интересно. Да, пока. Мы не прощаемся. А, да, не прощаемся. А вот хочет суши и пиццу. Мама, как всегда, сказал, день детей будете кушать. Теперь на день рождения. Хочет оставить теперь на день рождения. После день рождения, когда, куда будет? Что будем отмечать? Мое день рождения. На Багдад-то день рождения оставим. А вот еще... Вот здесь еще не заснял газончик. Вон получается прямо Ак-Орда. Белый дом получается. Кому видно? А мы теперь пойдем домой. Домой. Давай. Вот так вот. И мы завершаем. Мы теперь домой. Вот так вот. Наша машина. Вечером здесь очень красиво. Получается. Все, садимся. Надо возвращаться домой.